мыта и мята. Сегодня день проникнут мытой, которая так глубоко внутри, что кажется снаружи, что ты умер, ты замер на кровати, ты лежишь и чувствуешь распластанность свою и сильное долженствование дать этому внутри пройти свои круги, пока так растревожен этот рой из лоскутов тумана, их разноцветие и плотности иной у каждого, и разноскоростного движения, вернуться на круги своя, чтобы установить покой и равновесие, что мята серебристо-серым своим шалфей сплетает ароматом канву тумана в полотно и свежестью своей, нет, мята, снимает маяту и хаос, кидая покрывало на внутри весенней порослью проросший дух. Маята и мята.